Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Вот и опять пришла наша очередь пастить коров. Очень быстро она приходит. У нас в нашем хозяйстве две коровы, поэтому пасем мы 2 дня. Уже первый день подходит к концу. И завтра еще останется отпастить. Потом опять месяцок подождать и еще раз 2 дня пастить. У этих коров постоянно осенью включается какой-то моторчик, и они бегают туда-сюда. Очень тяжело их удержать на одном месте, все им не стоится. Погодка сегодня вроде бы хорошая, радует нас, не жарко и не холодно. Вот такие вот у нас новости.